Информационный партнер показу «Новое время страны. Время свободных людей». Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Сьогодні на першій шпальті. Плани чи мрії? Наскільки реально зібрати 17 мільярдів гривень від продажу держмайна? Предыдущий режим в вопросах приватизации наворотил невероятного. Молитва про диво. Письменник Густав Водічка про те, що врятує Україну. Зерна реформи. Яких змін може зазнати агропромисловий комплекс? Я за Адама Сміта і свободну руку конкуренції. За крок від прірви. Як державі уникнути дефолту? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. За моєю спиною знаходиться офіс компанії «Укртелеком», крупніший із проданих при режимі Віктора Януковича. В Кабміні і Верховній Раді не прекращаються дискусії на тему, стоїть ли реприватизувати цю компанію або заставити доплатити за неї прошлого собственника. В этом году у правительства добавится головной боли. Кабмин утвердил самую масштабную за последние годы программу приватизации, осуществить которую, с учетом ситуации в экономике, будет не так-то и просто. Добрый вечер, шановні народні депутати. Добрий ранок. Добрий вечір, добрий ранок, добрий день. В ухваленому в останні дні минулого року держбюджеті на цей рік зазначена цифра 17 мільярдів гривень. Саме стільки Кабінет міністрів планує отримати від приватизації держмайна. Минулого року планував так само, а отримав лише 360 мільйонів гривень. Відтак постає питання, чи варто взагалі проводити приватизацію? Нужно пытаться продавать, нужно пытаться приватизировать как можно больше, потому что очевидно, что государство доказало себя как неэффективный собственник, пока во всяком случае, на данном этапе. Я бы шел на то, чтобы продавать, может быть, даже дешевле, но качественному инвестору, который и в этом году, и в, прежде всего, и в последующие годы удержит высокий оборот этих компаний, сможет конкурировать на международном, на украинском рынке, сможет нанимать людей, которые будут платить деньгами в магазинах и таким образом давать оборот в экономике, сможет платить налоги. Теоретично, шанс отримати 17 мільярдів є, але тільки за умови продажу всіх великих підприємств країни. Одеського припортового заводу, Турбоатому, Зарімашпроекту, Центренерго та Укрнафти. Звісно, подібні оборудки потребують більше часу, а також відмова від планів по реприватизації майна, про які не так давно оголосила Верховна Рада. В течение года сделать такую масштабную приватизацию, такую, чтобы привлечь иностранных инвесторов, будет чрезвычайно сложно. Особенно в условиях продолжающихся военных действий, неопределенности на Донбассе. С точки зрения защиты права собственности, реприватизация является одним из факторов, который говорит о том, что право собственности не является абсолютным. То, что государство продало, может опять реприватизировать. И это достаточно негативный оттенок дает к бизнес-среде, которая есть в стране. Вопрос по поводу будущей приватизации. Да? То есть, есть мнение, что сейчас не время продавать активы, потому что, ну, понятно, в стране война, если буду называть вещи своими именами, и ситуация, может быть, не очень благоприятствует. Как вы считаете, все-таки можно найти инвестора, который бы вложил деньги? Очень хороший вопрос. Но это дилемма. То есть, с другой стороны, в бюджете нет денег, и непонятно, где их брать. Поэтому мы все знакомы с программой правительства. Там есть соответствующий раздел, по-моему, номер 5, касающийся новой политики в вопросах приватизации, управления государственным имуществом. Там эти вещи продекларированы. С приватизацией, которая планируется, на самом деле позиция наша очень проста и прозрачна. Если правительство и фонд государственного имущества будет вести приватизацию открыто, честно, публично, на конкурсной основе, на открытых торгах и продавать тем, кто заплатит большую сумму,
Я думаю, у нас здесь не будет много работы, тем более, что у нас же декларируются новые правила игры. И если эти правила игры, которые декларируются, будут соблюдаться, не будут придумывать какие-то специальные инвестиционные обязательства или специальные особые требования для будущих покупателей, то, я думаю, роль комиссии будет носить формальный достаточно характер. То, что касается вопросов, касающихся приватизации уже состоявшейся, между коллегами разделились мнения, но, тем не менее, предыдущий режим в вопросах приватизации наворотил невероятного. Мы все об этом прекрасно знаем, не стоит даже это рассказывать. Большое количество было продаж под себя, для себя, и мы будем там разбираться. Я не уверен, что комиссия будет в состоянии полностью совершить реприватизацию в масштабах всей страны, но наиболее сомнительные продажи, я думаю, мы поднимем на повестку дня, на политическую повестку дня, и будем смотреть, что с этим делать дальше, как предложение, которое в настоящий момент обсуждается. Все прекрасно понимают, что двусторонняя реституция влечет за собой возврат денег так называемому инвестору, который на самом деле является не инвестором, а просто подставным лицом. Но тем не менее денег в настоящий момент в бюджете нет. Поэтому основная генеральная линия и консолидированное мнение почти всех будущих членов комиссии о том, чтобы в случае реприватизации идти по пути доплат. По какой формуле эти доплаты будут вычисляться, еще непонятно, но мы будем собираться, будем принимать решения, будем вносить соответствующие законопроекты в Верховную Раду, потому что, ну, вы прекрасно понимаете, например, такие эмитенты, как Укртелеком, то есть они были проданы за бесценок. Будем смотреть. Говорят, вот почему говорят о реприватизации, когда в основном поднимают активы там, того же Ахметова, почему бы, например, не говорят об Укрнафте? Почему бы ее не реприватизировать? Как вы можете на это... Смотрите, с Укрнафтой все очень просто. То есть ее невозможно как бы реприватизировать, потому что глубина приватизации там не стопроцентная. С другой стороны, сама покупка так называемого 49% пакета, который принадлежит группе «Приват», она проходила в том числе путем приобретения на открытом рынке. А если вы говорите о государственном контроле, то уже в настоящий момент в парламент подан соответствующий законопроект. Поэтому, если парламент проголосует за этот законопроект, то есть Укрнафта ни в коем мере не будет предметом ведения нашей комиссии. То есть это предмет ведения парламента. Если будет изменен соответствующий кворум этим законом, почему нет? Четырнадцатый год принес Украине много сюрпризов. Это аннексии территорий, война, это прыжки валютных курсов. Многие утверждают, что следующий 15-й год для Украины будет решающим. Это вот или пан, или пропал. На кого мы должны рассчитывать? Кто будет делать перемены в стране? Запад говорит, сделайте экономические реформы, а мы вам дадим денег. Наши говорят, давайте денег, мы потом сделаем реформы. Идет спор. Вечером стулья, утром деньги и наоборот. Кто должен делать реформы? Я думаю, как и многие, ну, наверное, парламент. Сейчас в парламенте собралось, ну, все твари по паре. Кого там только нет. И, наверное, там должны быть люди, которые все-таки разбираются в экономике. Ну кто-то же должен быть, кто разбирается в экономике. Странная штука. Всякий раз, когда я попадал в кабинет, где сидит человек, который разбирается в экономике, я видел у него на стене целый иконостас, в центре которого обязательно образ святого Николая. А у некоторых я видел пирамидки волшебные, у кого-то какие-то денежки заговоренные, волшебные предметы, которые приносят деньги, удачу. Если мы рассчитываем на людей, которые разбираются в экономике, а они рассчитывают на чудо, значит, нам остается делать то же самое – рассчитывать на чудо.
Правительстве Арсения Яценюка бросается из одной крайности в другую. Сначала Министерство аграрной политики и продовольствия Украины возглавил социалист и свободовец Игорь Швайка. А теперь в кресло министра посадили Алексея Павленко, рыночника и приверженца идей Адама Смита. Но каких бы идей ни придерживались министры, главное, что интересует сегодня людей, когда же начнется борьба с коррупцией. Вы человек из большого системного бизнеса, насколько я понимаю. Работали в западной компании, имеете западное образование. Пришли в довольно такое консервативное министерство. Что вы хотите здесь сделать? Аграрный сектор является ключевым для инвестиций, ключевым фокус для развития страны. Ну, если сказать коротко, то мы знаем, что у нас довольно большой экспортный потенциал. Этот год производство было рекордное, порядка 62 миллионов тонн зерновых. Экспорт увеличился тоже рекордно. Даже с потерей рынков, таких как российских, например, или там, таможенного союза, мы имеем очень значимое увеличение, серьезное, на рынке Евросоюза. Все, что вы говорите, да, я слышал от вашего предшественника Игоря Швайки, один в один. Чем вы отличаетесь? У нас есть четкая программа действий правительства, которая говорится основные тезисы. Первый тезис – это дерегуляция. Я скажу пример очень простой. Например, это у нас сейчас отдельно отменяется, реорганизуется фитосанитарный контроль и ветеринарная служба. Это то, что реально бизнесу необходимо, то, что знает, что карантинные сертификаты всегда были сложностью для нашего бизнеса. То же самое касается лицензирования, то же самое касается отдельных лицензий по фумигации, отдельных лицензий сертификатов, связанных, например, с рынком средств защиты растения. Ну, есть целый большой пакет, который был подан, предложен. По поводу дерегуляции. Вот я хотел задать тебе вопрос. Ты веришь в то, что действительно это будет проведено? Да, у меня проблема в том, что дерегуляция пройдет? Нет. А вот в том, принесет это что-то или нет? Вот я же очень сильно сомневаюсь. Министр очень много говорил правильных вещей, но я уже с самого начала был настрой такой, что я это уже слышал. Дежавю. Дежавю, да. Хорошее дежавю. Дело в том, что вот если мы возьмем дерегуляцию, Бендукидзе как-то сказал о том, что необходимо уволить 3/4 фактически чиновников из украинского кабмина. И нужно делать это просто не боясь. Убрать фактически 3/4 всех разрешительных. Ну вот здесь с Бендукидзе я полностью согласен, потому что коррупцией это кто занимался? Коррупционеры. Если коррупционеров не убрать, коррупция не уйдет. Коррупционеры берутся из кабмина, да. Второе. Знаете, когда рассказывают, что там борьба с коррупцией, ну, это то, что ожидает нас, в том числе наши, и наш бизнес, и наши внешние инвесторы. Мы сейчас занялись очень плотно вопросом, связанным с изменением руководства в госпредприятиях, раз. При том всем, что мы вчера здесь в этом же комитете была встреча большая с компанией «Большой четверки», тоже присутствовали большие мировые доноры, которые финансовые доноры, с очень простым вопросом, что мы хотим впервые в истории Украины сделать международный аудит государственных компаний, которые, скажем, к примеру, Укрспирта, государственная продовольственная зерновая компания. Для чего? Чтобы показать прозрачно, а, ситуацию, б, в том числе совместно с аудиторами «Большой четверки», установить контроль прозрачно над этими компаниями и сделать систему корпоративного управления, которая позволит и общественности, и инвесторам понимать, что там происходит. А вот здесь я прокомментирую, да, потому что провести аудит – замечательная вещь. Вопрос заключается в том, что с этим аудитом делать. Вот я, как журналист, я хочу посмотреть на результаты аудита. Если я увижу результаты аудита, если это будет доступно всем, наверное, что-то можно будет начинать делать. Правильно ли я понимаю, что это означает, что эти большие компании останутся, и они будут также работать в такой же, выполнять такую же роль, как они выполняли до сих пор? У каждой компании есть своя роль. Например, компания, которая называется «Укрспирт», это монополист на украинском рынке. И, в частности, было принято правительством решение о том, чтобы в будущем готовить данный бизнес под приватизацию. Понятно. Но тебе не кажется вообще, что проще приватизировать все это? То есть, мне кажется, государственная компания – это главный источник коррупции и главный источник вообще средств для чиновников, которые обогащаются. Знаешь, главный тест для министра будет – это то, насколько быстро он скажет, что Укрспирт – стратегическая отрасль. Вот все на этом ломались. Потому что все сначала начинают приватизацию, потом говорят, Укрспирт – стратегическая отрасль. Вот как только это произойдет, значит, что занесли. Наверное, да. Роль и функции, скажем, ряда бизнесов, ну, опять-таки, если мы имеем примеры, когда есть большие массивы государственной земли, которые непрозрачно кем-то используются, то, извините, надо это выносить на поверхность, делать долгосрочные контракты аренды, предлагать инвесторам по рыночной цене заходить
брать эти массивы земли, эффективно использовать, а не какие-то там подковерные вещи решать. Это вторая часть вашей программы, да? Идет очень большая работа с нашими европейскими донорами, в частности с Еврокомиссией, с USAID, с Мировым банком, с IFC. Вопрос связан с синхронизацией законодательства в рамках того, чтобы открывать новые рынки. Мы очень хотим в ближайший год открыть рынок для Украины в Евросоюзе, рынок яловичины, рынок свинины, открыть рынок молочных продуктов. Вы говорите о борьбе с коррупцией. Ну, это абсолютно правильный, логичный шаг. Коррупция – это люди. Вот вы пришли в министерство и увидели людей, которые здесь работали. Они работают здесь давным-давно. Вы собираетесь сделать кадровые изменения в министерстве? Сколько людей вы уволите? Мы уже начали кадровые изменения. Вот. Мы уже назначаем новых заместителей. Мы уже проводим анализ по функциям по всех департаментах. Сколько будет уволено в процентах? Там 10, 20, 40. Покажет реально аудит, который мы проведем именно по функциям и по компетенциям. Никто не собирается огульно делать изменения ради изменений. Это неправильно. Если люди работали много лет на тех или иных позициях и не имеют, скажем, какого-то коррупционного шлейфа и имеют профессиональные способности и компетенции работать, они будут работать. В сельскохозяйстве было много министров. Одни были более рыночные, другие более социалистически направленные. Вы, собственно говоря, как видите роль государства? Государство должно активно вмешиваться в сельское хозяйство или должно дать им много свободы и просто смотреть, чтобы все хорошо работало? Знаете, я за Адама Смита и свободную руку конкуренции. Означает то, что рынок должен работать самостоятельно, максимально. Ему лучше не мешать. Бизнесу лучше не мешать и помогать. Ну, это, по-моему, он принес из бизнеса. Самое главное – не мешать бизнесу. Вот это я с ним полностью согласен. Да, но... Как это изменить ситуацию, когда, еще раз скажу, куча людей в министерствах кормятся от того, чтобы мешать бизнесу брать от него взятки. А когда министры ловят этих людей на горячем, даже если министр вдруг честный, и подают эти документы в прокуратуру СБУ, то прокуратура и СБУ закрывают эти уголовные дела фактически за взятки. То есть они говорят, спасибо, ребята, что вы принесли компромат на своего зама. Сейчас мы поедем на разбер. Сейчас мы поедем к вашему заму и возьмем у него взятку. Спасибо за наводочку. Ну, наверное, из-за этого никого не наказали из тех, кто был при прежней власти. Я сомневаюсь, что кого-то накажут тех, кто были в первом министерстве после революции. Ну и, собственно говоря, вот, наверное, так и будет. Як йдеться в доповіді міжнародного рейтингового агентства Moody's, через ускладнення геополітичної та економічної кризи Україна може опинитися на межі дефолту за зовнішніми та внутрішніми зобов'язаннями. Одним із головних внутрішніх ризиків для України агентство називає невизначеність надходжень зовнішнього фінансування на тлі дуже низького рівня валютних резервів країни. Інтернет-сторінка журналу «Нове время страны». 13 січня 2015 року. Мы сегодня обсуждаем экономическое состояние Украины и вопрос возможного дефолта с научным консультантом по экономике Центра Разумкова Владимиром Сиденко и с главой компании IVX Capital Юрием Яковенко. Украину ожидает дефолт или нет? Если говорить о текущей ситуации, то в этом году предстоит Украине по внешним долгам выплатить порядка 6,5 миллиардов долларов. Из которых 3 миллиарда России. Учитывая, да, совершенно верно. Учитывая 3 миллиарда долларов, которые то ли нужно будет выплачивать, то ли нет, мы понимаем, что это козырь в рукаве у Путина. Вот. Ну, во всяком случае, мы знаем, с кем мы играем, и хорошо, когда ты знаешь, что этот козырь есть. То есть, наверное, нужно исходить из того, что в любой момент он может быть предъявлен. В принципе, сумма не такая огромная. Ну, я думаю, что вот если ситуация не ухудшится кардинальным образом, то, наверное, дефолта все-таки не будет, потому что мировое сообщество не бросит Украину вот, один на один с этими своими долгами. С точки зрения внешних платежей, та цифра, которая подлежит выплате в течение этого года, действительно не является чем-то чрезвычайным. Она существенно меньше, чем то, что реально выплатила Украина в течение 2014 года. Что означает дефолт? Если он все-таки случается, что это означает для простого украинца? Это практическое прекращение нормального инвестиционного процесса. Это особый контроль над системой платежей. Это
Это необходимость принятия жестких мер по секвестру бюджета, особый контроль над рынками и так далее, и так далее. То есть фактически речь идет о том, что страна будет находиться в особом экономическом положении. То есть, ну, так как вот больной, когда человек, его кладут в постель. По поводу бюджета. Говорили о том, что его нужно сильно сократить. Вот нынешний бюджет, который принят, особенно его расходная часть, как по-вашему, Юрий, она насколько вообще адекватна, насколько она позволяет Украине сохранить макроэкономическую стабильность? Что касается расходной части, то правительство прилагает достаточно много усилий к сокращению расходной части. Вот. Есть сомнения, конечно, по той доходной части, которая запланирована в бюджете. По многим направлениям, в том числе, вот, например, от приватизации. Что касается приватизации, доходов от приватизации, ну, сомнительно, что они будут выполнены. Будут ли выполнены доходы по другим статьям? Ну, вот, боюсь, что нет. Вы знаете, меня волнует больше дефолт, как бы не совсем в финансовом отношении, а дефолт как неспособность государства выполнить обещанную программу реформ. И реформ европейски направленных. Реформирование самого государственного аппарата, государственной службы должно идти опережающим темпом, потому что при тех гипертрофированных функциях вмешательства государства в конкретную экономическую деятельность никаких реформ не будет, потому что они все время занимаются перераспределением вместо того, чтобы регулировать процесс создания стоимости, понимаете? А они перераспределяют потоки вместо этого. И при таком позиции базовой государства никакие реформы не пойдут, и дефолт будет просто неизбежен при такой функции, потому что эта функция ведет в тупик. Государство должно заниматься прежде всего стратегией развития, помогать в определении стратегических направлений и создавать правила и обеспечивать соблюдение правил экономической деятельности, а не заниматься бесконечным перераспределением ресурсов и, что самое опасное, в пользу тех людей, которые работают в государственном аппарате. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. А зараз під годіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні 7 днів для програми «Перша шпальта». Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Кабмін продовжив мораторій на перевірки бізнесу. Прем'єр сказав, прем'єр зробив. Крутий та дуже небезпечний. Урядом введена заборона ще на півроку на мораторій на проведення перевірок по всім суб'єктам підприємницької діяльності. Давайте будемо ще сподіватися, що прем'єр-міністр обмовився і не мав на увазі заборони проведення перевірок, а таки заборону проведення перевірок. Але все одно він так каже, ніби мораторій на перевірки був. Пане віце-прем'єр, а давайте продовжимо мораторій. Пане прем'єр, так у нас і не було ніякого мораторію. Хіба нам це заважає його продовжити? Насправді ж ніякого мораторію ніколи не було, а кількість перевірок зросла до такої степені, що її навіть помітили у Американській торговій палаті і в українській адміністрації президента. Пане Яценюк, якщо ви така сувора людина, то давайте введемо мораторій на обман. А хто обдурить, тому мораторій на мораторій. І далі про нетрадиційні дії. Ви знаєте, що таке «камінг-аут»? Це коли гомосексуал публічно визнає, що він гомосексуал. Так от, у голови НБУ пані Гонтаревої трапився камінг-аут. Ну, але не такий, як у Тіма Кука. Голова НБУ пані Гонтарева визнала монетарну політику Нацбанку недопустиму. Це вона тепер хто? Представник фінансуальної меншини? Цікаво, як її родичі до цього ще поставили. Ну, принаймні, на це треба сміливість. І наостанок про Росію. Рубель падає, нафта ще знижує, але не все так погано у Росії. З 1 лютого Росалкогольрегулювання знизить ціну за півлітри з 220 рублів до 185. І тут є одна цікава деталь. У Росії ж півлітри на трьох ділять. І подивіться, що ще відбувається з ціною, коли її розділити на три. Що стара ціна, що нова ціна, на три не ділять. Навіть тут Путін слідкує за тим, аби у Росії по троє ще не збирали.
Але пити хай продовжують, бо якщо вони з запою вийдуть, тоді почнуть ставити питання. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з-під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпальти. Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Информационный партнер показу «Новое время страны. Время свободных людей».